안녕하십니까, 여러분. 7월 28일 어제 18시에 방영된 베르보이 카날 방송입니다. 오늘은 러시아 해양의 날, 중국, 인도, 알제리 등에서도 참석한 해군 함대를 포함해서 총 20여 대의 함대와 수천 명의 각국 해군들이 참가하는 기념식이 거행되고 있습니다. 이곳 상페테르부르크에서는 15,000명의 병력이 운영되고 있는 페트로파블롭스키 해군본부에서 기념식을 거행하고 있습니다. 푸틴이 참석하여 해군 사열식을 거행하는데 푸틴은 직접 보트에 승선하여 함선까지 접근하여서 사열식 경례를 하고 있습니다. Гранитной набережной Невы боевые единицы не только российского флота. Из Китая в Петербург прибыл корабль комплексного снабжения «Хунху». Экипаж 130 человек. И наравне с мужчинами службу здесь несут женщины. 11 тысяч миль для участия в параде прошел и эскадренный миноносец «Дзяудзо». Поздравляю вас с участием в праздновании военно-морского флота России. Надпись на эсминце гласит: «Китайско-российская дружба крепнет с каждым днем». В парадном строю на Неве алжирский учебный корабль. 저 함선은 중국 종합 초계 함선입니다. 남녀 해군 함께 복무하는 독특한 운영 방식을 가지고 있는데 11,000마일을 항해해 와서 이 기념식에 참가하고 있습니다. 그 밖에 알제리, 인도 해군도 사열식에 참석하고 있습니다. 인도 함정은 과거에 페테르부르크에서 건조된 함선입니다. 인도 해군은 세 번 오른손을 올리는 것이 최대의 인도 해군식 경례 포시라고 합니다. 푸틴은 말하고 있습니다. 특별히 해양의 날에 참석해 주신 각국 해병 장병에게 감사드린다. 현재 3만 명 이상의 해군이 흑해, 아조프해, 세바스토폴 등에서 특수전에 참가하면서 국가 수호 유공 훈장 메달을 수여받았으며 조국을 위해 헌신하고 있다. 해군의 조국 수호를 위한 헌신적인 노력은 모두에게 자랑스럽다. 미국은 2026년 독일에다가 장거리 미사일을 설치한다고 한다. 핵 장착이 가능한 이 미사일을 러시아의 주요 도시와 산업시설을 목표로 설치한다. 독일에서 핵 장착 미사일이 러시아 영토로 도착하는 데는 소요시간이 10분 이내이다. 미국은 이미 덴마크와 필리핀에 이 장거리 핵미사일을 설치하였다. 세계는 새로운 냉전의 시대로 돌입되었다. 중단거리 핵미사일 협정은 미국이 먼저 폐기하였고 미국은 우리의 핵무기 설치 완화 제의를 거부하였다. 이것은 새로운 냉전이 시작됨을 의미한다. 미 전략 핵 폭격기가 러시아 국경을 현재 운항하고 있다. 따라서 러시아도 과거 소연방 때 중단된 전략 핵 폭격기의 대응 운항을 2007년부터 재개하고 있다고 기념식에서 연설을 하고 있습니다. 아나운서가 설명하고 있습니다. 페테르부르크에는 주요 조선소가 있는데 이곳에서는 초계함 바이키, 디젤 전기 잠수함 모자이스크를 건조했고 세계 유일의 전투 쉐빙선으로서 1.5m 두께의 얼음벽도 쉐빙이 가능한 쉐빙선을 제조하여 북극해 등에 투입하고 있다. 이 밖에도 로켓 전용 발사선 아진 초바가 있는데 이 함선은 20km 사정거리로 육지를 향해 발사가 가능하다고 합니다. 이 밖에도 어뢰 함선으로 알렉산더 오브 호프호가 있는데 함선 길이가 68m, 특수 재질로 건조되었다고 합니다. 태평양 지역 작전 중이던 세베르셰니에가 입항하였으며 북극함대, 발틱함대에서도
사열식에 합류하였습니다. 푸틴은 이날 사열 장병들을 향해 영광스러운 러시아 해군 만세, 러시아를 위하여 우라를 선창했으며 장병들은 만세 삼창으로 화답했습니다. 들어보시죠. Удородно прикажет. Благодарю за доблестную службу. Желаю вам новых побед в исполнении стоящих перед нами поистине исторических, судьбоносных задач. Слава военно-морскому флоту! За Россию! Ура! Германова, Денис Старовщинов, Ксения Угарова, Светлана Баркова, Екатерина Яровенко, Сергей Деев. Первый канал. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург은 해군 사열식에는 관광객을 비롯 수만 명이 참가하는 대축제였습니다. 서열식에 참가한 정부 관계 인사와의 인터뷰를 실시하고 있습니다. 이하 영상은 자막으로만 보시기 바랍니다. С трибуны на берегу Невы Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на размещение дальнобойных высокоточных американских ракет в Германии. Президент также сообщил, что разработка предназначенного для ответа российского вооружения находится на завершающей стадии. О чем именно идет речь? Пока рано говорить, но разработка действительно ведется, и все работы будут выполнены в срок. Это ракетное вооружение? Да. На соседних креслах с помощником президента Николаем Патрушевым сегодня можно было встретить заместителя министра обороны по медицинскому и социальному обеспечению Анну Цивилеву. Что мы сейчас делаем? Во-первых, безусловно, проводим ревизию тех медицинских учреждений, военных госпиталей, где получают лечение наши военнослужащие, где они получают долечивание, реабилитацию и восстановление. Мы смотрим очередность получения и состояние сейчас жилищного фонда, ну и своевременные меры выплат, которые положены нашим военнослужащим после ранения, ну и после того, как они возвращаются с зоны специальной военной операции. Дополнительные меры поддержки участников спецоперации от региональных властей в Санкт-Петербурге, особое внимание к семьям военнослужащих. У нас большой пакет для этих семей. Это и бесплатные детские садики, это и трудоустройство, бесплатный проезд для семей участников СВО в общественном транспорте. Вот. Бесплатное питание в школах. Вот бесплатные лагеря детские. Так что заботимся, чтобы они были уверены, что в тылу у них все в порядке, а их семьях заботятся. А, наверное, это самое главное. После начала СВО самый пристальный контроль властей за кораблестроителями. Для устранения хронических проблем со сроками строительства, оснащением и финансированием. Год назад Объединенная судостроительная корпорация была отдана в доверительное управление ВТБ. И вот результат. Каждую неделю почти сходит со стапелей новый корабль военный. Так что идет развитие, безусловно. Многое надо еще сделать, многое надо поменять, многое надо идти в ногу со временем, потому что жизнь очень динамичная. Вы знаете, время показывает, что требуются и новые виды кораблей, новые виды вооружений и всего. Поэтому здесь нельзя отставать. Но, в принципе, я думаю, все будет нормально у нас с флотом. В администрации президента подтверждают. Если говорить о конкуренции флотов в мире, то я думаю, что мы опережаем. Я в этом уверен. Сам курируя несколько лет судостроения, в том числе даже прежде всего, да, военное кораблестроение, могу сказать, что по многим параметрам мы опережаем сегодня ведущие флота мира и, безусловно, можем этим гордиться. Ну а как же иначе? Так, например, увидеть военный флот живьем было мечтой этого мальчика. Александра Берегового свое желание попасть на парад он отправил на елку желаний. И вот он вместе с семьей на трибуне на Сенатской площади. Я захотел поприсутствовать на военно-морском параде. Это напрямую связано с темой нашего клуба «Морское дело». И очень интересно посмотреть на военные корабли, на парусники. Я хочу попасть на морскую практику, либо на учебно-парусное судно «Паллада», или же «Надежда». Но стоит сказать, всюду на берегах Невы мальчишки не только сегодня были в полном восторге. Как тебе парад? Хорошо. Очень понравилось. У меня была мечта это посмотреть корабли вживую. Очень круто. Они такие большие в этом году. Парад очень сильно нравится. Все снимаем, всему хлопаем. Все очень волнительно, торжественно и намного лучше, чем Олимпиада в Париже. Все супер. Смотрите, какая прекрасная погода. Как все красиво. Погода супер. Солнце, лето.
Мы очень рады, что у нас такой сильный флот в стране. К слову, моряки в Санкт-Петербурге в день ВМФ со всей страны. Все вместе мы приехали из Архангельской области. Я на Балтийском флоте служил, Северный флот. Новая земля. Утром с Брянска на поезде приехал. Специально, чтобы на праздник попасть. Так что вот я здесь. Мы сюда приехали как туристы, отдыхаем, наслаждаемся. Погода радует. Откуда приехали? Вологодская область, город Череповец. А служили вы где? Петр Великий. Северный флот. Северный флот. Вот Серпухов стоит первым, он кормой к нам. Это Серпухов в честь нашего города построен и побратим, как говорится. Где я только не служил, на Тихоокеанском флоте служил, в Санкт-Петербурге служил. Ну, учился в военно-морском училище. Скучаете? Конечно. Вот конечно, поэтому скучаю. И вернулись за 800 километров сюда, чтобы вновь вспомнить, как это было. Те, кто приехал из-за границы, под впечатлением от атмосферы главного военно-морского парада. Мы представители из Казахстана, специально приехали на этот праздник и сами почувствовали эту мощь, эту красоту, эту силу. Гордость за Россию, за народ, счастливый. Смотришь в глаза людей, какие счастливые они. Правда, людей на набережных очень много. Чтобы увидеть парад, приходится поработать локтями. Больше плечами. Плечами поработали. Да. Сидел выше всех, видел больше всех. Я Путина увидел. Наиболее опытные зрители для этого вооружаются стремянками. Да, он нам помахал, и мы ему помахали. Ему видим, и все в округе, всем да. Мы сигнал подали, и они махали. Так что приносите свои стремянки в следующий раз. Да. И всем будет хорошо. А у некоторых вообще эксклюзив. А мы вчера были на этих кораблях, там, внутри. Это как? А моя дочка учится в морском классе, и она побывала вчера даже с китайским корабле, и на алжирском корабле, и на нашем корабле. Фотоотчет прилагается. На этих кадрах Александра Кузнецова вместе с одноклассниками на китайском эсминце. Парад очень хорошо, отлично. Китайские корабли тоже отлично. Я думаю, что Россия и Китай, дружба, очень хорошо, отлично. Военные КНР, кстати, сегодня также показали себя в сводном оркестре на Адмиралтейской набережной. Все марши совместно исполнялись россиянами и китайцами. Русский военный марш, я думаю, они выучили даже раньше, чем джаз. Поэтому они, ну, наверное, они прислали лучших музыкантов для того, чтобы, конечно, ну, не подвести, во-первых, торжество этого момента. Ну и плюс они прекрасные музыканты, прониклись, ну и выучили, скорее всего. Музыканты выступили на ура. Что больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось, как наиграли вот это, и вот это делал вот так. Дирижер. Оркестр понравился. Да. Ну и, наконец, марш оркестра – это как раз то, чем главный военно-морской парад на Сенатской площади завершился. Константин Панюшкин, Валерий Кузнецов, Дмитрий Кочурин, Виктор Головин, Павел Рудаков, Александр Анонничев. Первый канал. Петербург. 오늘 행사가 끝난 후 푸틴은 사열식에 참석한 외국 해군과 국내 해군 관계자들을 초청하여서 간담회를 실시했습니다. 대본 없이 즉석에서 즉석 연설하는 푸틴의 모습이 돋보이고 있습니다. 이날 푸틴은 우샤코바 해군 총독 기념비 제막식에 참석하였고 키릴 대주교로부터 네프스키 메달을 수여받기도 했습니다. 이하 영상은 러시아의 분위기를 그냥 맛보시라고 간단한 자막과 함께 영상으로 올렸습니다. 사실상 정밀 번역을 해야 하는데 시간도 상당히 걸리고 오늘 분량을 초과하여서 영상만 올립니다. 러시아의 현지 분위기를 만끽하시기 바랍니다. 오늘 방송을 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 감사합니다. Других стран. Иностранцы приезжают семьями. Приглашение быть в Петербурге в эти дни – большая честь. Мы здесь, потому что для нас солидарность, поддержка и желание сотрудничать с Россией – важнейшие правила. Мы здесь, чтобы поддержать День военно-морского флота. It's very strong. У вас очень сильная армия и сильный флот. Я очень жду подводных лодок на параде, потому что ими славится ваш флот. Есть очень особенные отношения между Россией и Вьетнамом. У нас есть корабль во Владивостоке, а здесь совсем у нас тоже знакомые мои все корабли. Так что я все корабли жду. На первых рядах командующие военно-морскими силами, командиры кораблей и начальники штабов. Сразу после парада их просят не разъезжаться.
Неформальная встреча президента с командирами кораблей, участвующих в параде, и главами военно-морских сил других стран. Так много моряков с высокими званиями в непринужденной обстановке, конечно, редкость. Президент рассказал, почему решил всех собрать. Морская служба требует особых качеств от человека. Особого характера, особого склада души. Потому что море не только поглощает человека, но море создает такие трудности, с которыми в рядовой, в нормальной жизни люди на берегу не сталкиваются. Но если военные люди, тем более люди с особым характером, военные моряки собираются вместе, это очень хороший знак. Это знак того, что люди, которые собираются, военные люди, которые собираются вместе, они стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, к взаимопониманию. Я поздравляю еще раз российских военных моряков с праздником. И хочу поблагодарить наших иностранных друзей за то, что вы сегодня здесь вместе с нами. Хочу заверить вас в том, что мы со своей стороны также тепло и душевно относимся к вам, к руководству ваших стран и к народам ваших государств. Даже во время короткого общения президент успевает каждому уделить внимание. Например, поблагодарил одного из китайских командиров за то, что китайцы привезли для участия в параде свой оркестр. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Спасибо. Командир кораблей. Особая благодарность вашим музыкантам. Заместитель министра обороны России тепло приветствует командующего военно-морскими силами Кубы. Три корабля Балтийского флота как раз сегодня зашли в порт Гаваны с неофициальным визитом. Обстоятельный разговор с Ху Чжун Мином, главой ВМС Китая. Морское взаимодействие 2024. Общие учения наших стран прошли буквально две недели назад. Совместными усилиями мы можем многое сделать для укрепления мира и стабильности на планете. Мы не должны переставать бороться за это. Для командиров наших кораблей, экипажи которых сегодня приветствовали президента в парадном строю, эта встреча в Адмиралтействе – знак поддержки в непростое для всех, особенно для тех, кто служит Родине, время. Для нас большая честь, что президент поздравил нас лично с этим большим праздником для военно-морского флота. Мы в очередной раз демонстрируем готовность и решимость к выполнению любых поставленных задач. Победа будет за нами. Владимир Владимирович большой молодец, если могу так сказать. Действительно молодец, что контактирует. Так почему близко. Это важно, что он сегодня вот так всех собрал? Это очень важно. Почему? Потому что мир неспокойный, да, но у нас очень много есть друзей, и это очень важно. Не только приветствовать тех, кто сегодня пишет историю наших побед, но чествовать героев-флотоводцев, которые приумножали наши победы в прошлом. Путин открыл сегодня памятник адмиралу Ушакову, про которого говорят, за всю военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Продолжатель дела Петра Первого. При адмирале Ушакове Россия для всего мира была великой морской державой. Наш долг – чтить память всех героев Отечества. Среди них, безусловно, особое место принадлежит великому флотоводцу, отважному адмиралу, патриоту земли русской Федору Федоровичу Ушакову. Наши великие предки вдохновляют нас идти только вперед, одолевать любые сложности и вызовы, побеждать во имя России. Так и будет. Еще один защитник земли русской, великий полководец Александр Невский, наш святой. Именно в Благовещенскую церковь Александра Невской лавры президент поехал сразу после открытия памятника. Патриарх Кирилл вручил Владимиру Путину орден Александра Невского первой степени. Мы желаем вам помощи Божией, крепости сил, чтобы и дальше вы продолжали руководить страной, народом, таким образом, чтобы мы не сходили со своего исторического пути. Спасибо большое вам за высокую церковную награду. Вы очень многое делаете для того, чтобы настоящее российское государство укреплялось. Потому что нет ничего более мощного и сильного, чем духовное начало. На этом строится все остальное.
Именно поэтому сегодня многие святыни, которые хранились раньше в музеях, передаются в церкви. Например, серебряная рака Александра Невского, которую показали Путину. Сегодня наши герои, участники СВО или их семьи, те, кто ждут домой своих отцов, мужей, братьев, приходят сюда, к гробнице князя Александра Невского. Серебряная рака – часть надгробия. До прошлого года принадлежала Эрмитажу. Но было принято решение, что в сложное для страны время и раку, и гробницу защитника и покровителя русского воинства людям важнее видеть лаври. Ольга Князева, Сергей Мухин, Алексей Душенков, Ольга Меркулова и Кирилл Логинов. Первый канал. Большая праздничная программа сегодня не только в Петербурге. Парады состоялись и в городах, где находятся базы наших флотов. Торжества, как обычно, стартовали у берегов Тихого океана. Во Владивостоке в торжественном смотре приняли участие экипажи подводной лодки, ракетных катеров, противолодочных кораблей. А завершилось все показательным выступлением бойцов спецназа. В Петропавловске-Камчатском в Авачинской бухте в параде сегодня впервые принял участие новейший ледокол «Евпатий Коловрат», который только на днях был принят в состав военно-морского флота. В Североморске день ВМФ традиционно открыл торжественный марш у памятника морякам-североморцам. А затем в акватории прошли подлодка «Казань» и атомоход «Князь Владимир», носитель ракет «Булава». Но это уже демонстрация огневой мощи в самой западной точке страны, Балтийске. Среди участников парада моряки, отличившиеся в зоне проведения спецоперации. Зрелищная часть праздника – высадка морского десанта. И торжества в Дагестане на базе Каспийской флотилии. В едином строю больше 40 боевых кораблей бок о бок впервые с коллегами из Азербайджана и Ирана. Теперь последние данные о ходе спецоперации. Российская армия освободила еще 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. «Прогресс» и «Евгеновку». Об этом сообщили в Минобороны. Наши продолжают постепенно продвигаться вперед по всей линии фронта. Враг несет огромные потери. За сутки уничтожено почти 2000 боевиков. Взорваны 1,5 десятка складов с боеприпасами. Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена американская радиолокационная станция ЗРК «Патриот». Средствами ПВО сбиты 5 реактивных снарядов «Хаймерс» и 2 французские авиабомбы «Хаммер». И Часов-Яр – важнейший участок фронта на пути к освобождению всей территории ДНР. За него сейчас идут интенсивные бои. Враг пытается удержаться на позициях, но наши подразделения теснят его все дальше. Задача сверхважная – остаться незамеченным для дронов противника. Они кружат в небе практически без перерыва. В этом убедился и наш военкор Амир Юсупов. Он написал.